Агнец снял пятую печать. И я увидел под алтарем души мучеников, убитых за Слово Божье. И за тебя, мои близкие, стали мучениками. Та же участь ждет и твоих. Но Бог смотрит на нас, и Он будет судить нас по нашему выбору. Я же говорил тебе, что мир на краю гибели, где презрение, несправедливость. Любой выбор выдает наши грехи. Куда эти грехи привели нас? Куда они привели тебя? Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне, и это твоя вина. Ты доволен? Скажи, когда ты поймешь, что не все проблемы можно решить при помощи пуль? Увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты остался. Перед лицом Бога я даю тебе последний шанс. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою паству. Иди с миром. Иди с миром. Да ты ненормальный. Разве? Нас вообще здесь не должно было быть. Ты сам знаешь, что делать. И помни, Господь следит. Презрение, несправедливость, любой выбор выдает твой грех. Иоанн ошибся. Твой грех не гнев. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Агнец снял шестую печать, и страшно затряслась земля. И почернело солнце, а луна стала кровавой. Гибели! Раскрой глаза!
лик истины. Прости их, отец. Ибо не ведают, что творят. Когда Агнец снял седьмую печать, смолкло все на небесах. И семи ангелам, стоявшим перед Богом, дали семь труб. И сразу гул, гром и молнии, и затряслась земля. Иосиф Сид, вы арестованы. Я услышал голос, который сказал ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Все кончено, дитя. Господи! 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 Гада спасен. Гам! Ну! Нужно валить отсюда! Ну! Ну! Живо! Хадсон, ты назад! Поехали! Залезай внутрь! Он был прав! Да заткнись ты! Я знал! Я так и знал! Эй, валим отсюда! Давай! Давай! Давай!
тряпка! Ты видишь это? Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, быстро в бункер! Живо! Мы все умрем. 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 Гони! Гони к бункеру! Ну! О, Господи! Не угробь нас! Ты слышишь это? Значит, политиков заставили замолчать. Значит, корпорации уничтожены. Значит, благодатный огонь очистил этот мир. Но главное... Значит, я был прав. Коллапс наступил. Мир, который мы знали, погиб. Как долго я ждал. Как долго я ждал, пока пророчество, переданное мне Богом, исполнится. Я подготовил к этому свою семью. А ты ее отнял. Тебя следовало бы убить. Но ты все, что у меня есть. Ты моя семья. Когда мир будет готов родиться заново, мы выйдем на свет. Я твой отец. А ты мое дитя. Вместе мы отправимся к вратам Эдема.
Судите, да не судимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Возьми своих друзей, дитя, и иди. Эй, пойдем. Что? Вы что творите? Шериф! Садись давай. Я не уеду. Хадсон, садись в тачку. Вы совсем рехнулись. Быстро садись в тачку. Порой разумнее просто оставить все как есть. Пошли. Вы меня простите, но что за хрень? Нельзя бросать людей. Никто их не бросает. Мы едем в Мизулово за Национальной гвардией. Мы обрушим на это чертово место молот правосудия. Нет, я в этом не участвую. Ты сам все слышал? Ты сделаешь то, что тебе скажут, брат. Чего?